50 лет назад на Волжском косогоре Ульяновска появилось величественное здание Ленинского мемориала – памятника истории, культуры и архитектуры 20 века. Здание было построено в честь столетнего юбилея со дня рождения Владимира Ленина. К памятной дате в музейном комплексе открылась выставка «Мемориал над Волгой». На открытие приехал глава региона Сергей Морозов. Для него и других гостей сотрудники мемориала провели экскурсию и подробно рассказали о каждом экспонате выставки. В экспозиции более 70 уникальных фотографий из фондов музея, от замысла и строительства до наших дней. Среди фото и малоизвестные портреты архитекторов, работавших над созданием мемориала – Бориса Мезенцева, Гарольда Исааковича, Михаила Константинова. Представили фото с открытия мемцентра и кадры первой выставки. Первый камень строительства главной достопримечательности Ульяновска заложили в 1967 году. Стройка очень быстро приобрела значение всесоюзной. В Ульяновск съезжались добровольцы со всех концов Союза, искренне желающие внести свою лепту в создание Ленинского мемориала. Вместе с мемориальным комплексом было построено множество объектов, началось активное развитие туризма. Одна из технологических сложностей, которая была здесь на этой стройке, это то, что в центре строительной площадки находились вот эти три мемориала. Дома, если учесть, что до самого конца, практически в 69-м году только была поставлена окончательная точка, когда где все-таки родился Владимир Ильич. По словам архивистов, только в первый день открытия мемориала его посетили больше 17 тысяч человек. За полувековую историю Ленинский мемориал стал неотъемлемой частью города и области. За заслуги и многолетнюю работу в стенах учреждения глава региона наградил памятными медалями и дипломами сотрудников мемориала.